Добрий день, шановні друзі. Моя сьогоднішня співрозмовниця недарма увійшла в символічну десятку найкращих актрис світу. Вона і справді велика. Сьогодні у нас в гостях народна артистка Радянського Союзу Нонна Мордюкова. Нонна Вікторовна, добрий вечір. Я хочу поздравити вас от імені всіх, хто вас так любить, з днем рождения. Ми сьогодні у вас здесь, ваш день рождения. Спасибо за приглашение. Позвольте пожелать вам самого хорошего в жизни, чтобы вы были здоровы, счастливы. Вы наша гордость и вы наша любовь. Спасибо большое. Спасибо. Нонна Викторовна, в 48-м году вышел на экраны фильм «Молодая гвардия», где вы сыграли Ульяну Громову, и сразу же, студенткой будучи, получили за этот фильм сталинскую премию. Голова не закружилась тогда? Вы знаете, голова не только не закружилась, а что мне все еще казалось, что мало, мало, надо еще одну серию, надо еще больше всяких рассказов о молодой гвардии. А почему? Потому что я была на оккупированной территории во время немецкой оккупации. И во время войны была, я уже в сознательном возрасте, хоть еще только в школу ходила. Но дети очень, они наблюдательные, и я тоже была наблюдательная. И когда я после 10 класса решила ехать учиться на Москву в товарном вагоне без билета, вот вынь да положь, хочу быть артисткой кино. Но программы у меня не было. Конечно, я говорила, всякие побасенки рассказывала про наших людей. А оказывается, это спасение для нас. Как потом показалось в жизни, для писателей, для рассказчиков всяких, для комедиантов, для трагиков, для артисток. Это люди, которые, пережившие войну, пережившие тяжелое время, это самые начиненные люди впечатлениями и самые готовые к рассказу вечному, идущему без конца столько лет, сколько живет на свете этот человек. Так что, понимаете, молодая гвардия для меня – это был ключ. Большой такой массивный ключ в искусство. Ну что ж, ехали в товарном вагоне, там нас как зайцев гоняли, делились лепешками кукурузными. Там приехали, даже не знали, в чем же там заключаются экзамены. Но, как говорится, добрые люди научили, подсказали, что надо рассказать что-нибудь. Программки поступления мы не знали, откуда же она у нас, когда мы под соломой, на соломе жили и спали. А тут надо рассказывать что-то, стихи Пушкина, Лермонтова. Там это мы знали только в школьной программе. И то не все, потому что не всегда не ленились учить то, что надо. И я думаю, ну все, провал. А потом ничего не призадумалось, так призадумалось, что они гоняют все время, их выгоняют. Как какой-нибудь не войдет парень в приемную комиссию, так через секунду его выгоняют. А он-то читает, там, любитель проклинать, такой вопрос. Он думает, что это ведь хорошо. А оказалось, что это не интересно. А когда я вышла и рассказала, как бабка наша одному немцу хлеба дала, жалко ей стало его во время немецкой оккупации. Как потом ей этот же немец крышу починил. А как только ехало большое начальство, они все прятались. И вот сколько было оккупации, мы все время от начальства немецкого прятались. И насмотрелась, и начувствовалась я, конечно, очень много. Поэтому я была вся напыщена многими впечатлениями. И немцев познали,
и с плохой стороны, и с хорошей стороны. А потом уже раздухарилось, что они даже потные стали, приемная комиссия. Говорят, достаточно, девушка, выйдите, пожалуйста. Нонна Викторовна, а вы помните, на что вы потратили сталинскую премию? Сталинскую премию? Конечно, хорошо помню. Им нам дали 10 тысяч старыми деньгами за участие в фильме «Молодая гвардия». Но это, если долго переводить, то это на наши деньги по 9 тысяч сегодняшними днями на человека. Рублей. Рублей. Ну, много не разгуляешься, но все-таки я привезла и шляпки, кому они нужны, неизвестно. Ну, я думаю, начинаем же новую жизнь. Теперь шляпы будем носить. И себе амазонку привезла с вуалью такую. Не хватало мне только коня, рысака с этим, с хлыстом. И уже и можно и боярыню играть, то есть эту какую-нибудь богачку играть. Ну, и «Молодая гвардия», конечно, нам дала путь. Мы были молодые, неопытные, а все-таки дипломы у нас с отличием. Все-таки мы получили сталинская премия тогда была. Сейчас она называется государственная премия. И мы стали сразу большой известностью. Я раньше не знала даже, что такое аплодисменты. А тут как захлопали, я думала, дом обвалится на первом просмотре в Моссовете. Вот, а потом ничего обошлось. Потом нас за это взяли в театр киноактера. Нонна Викторовна, наш земляк Александр Довженко сказал о вас однажды, что я видел ее профиль на скифских вазах. Вы были потрясающей красоты женщина, входили, наверное, в тройку самых красивых советских киноактрис. Скажите, вам ваша красота помогала или больше мешала в жизни? Знаете, у нас был педагог, ученик Станиславского, Борис Владимирович Бибиков и Ольга Ивановна Быжова, его жена. Они нас повернули руль на правильную сторону. Мы же не знали, как это быть киноартистом. И не знали вообще, что такое артист. Но постепенно они нас навернули, что главное не бантик на макушке. И главное не так, не то, что как ты одет. Вот ты переживаешь, что ты входишь в галоши. А я в галошах приехала в Москву поступать на артистку. Нечего было одеть. И в школьной форме. Правда, без фарточка. И это... Но они во мне заметили какое-то актерское начало. И нас учили хорошие учителя нашей мастерской. Самое главное – это вторгаться в жизнь. Знать, что делается в стране. Знать, почем люди плачут. По ком люди плачут, знать, чему люди радуются. Только тогда вы будете артистками. А в других мастерских, например, учили, как наряжаться надо. Какие, куда, губную помаду как. Нас губную помаду погнали далеко, если бы мы губы накрасили. Я в таком училась курсе. Такие у нас педагоги были. Я думаю, так я ж попала в свое дело. Там же ж наши такие ж все, что не песня, то все до упаду. Или от слез, или от смеха. Что не рассказ, то все наповал. Что не разыграть что-то такое, событие, то на первом месте. Ну, там на курсе вы познакомились с Вячеславом Тихоновым, с которым прожили 13 лет. Вы, правда, говорили, что Тихонов вас не любил, что вам с ним было скучно.
А вы любили Тихонова? Вы знаете, я вам скажу, сейчас прошли уже годы большие. Он женат удачно, у них прекрасные дети, трое детей. У него такая хозяйственная жена. А у нас с ним не получилось. Мы разные люди. Мы, понимаете, как бы вам сказать, он в хорошем смысле этого слова неприспособленный какой-то был в молодости. А вы хозяйственная наоборот, А да? я какая хозяйственная? Надо ж подумать, что раз раскрыли такой киоск, где можно выступать за деньги зрителям в школах, в комсомольских организациях. Тем более это было полезно для нашей страны духовно. И я кинулась, выступала. Платили немного, 4 рубля. Но все-таки я приносила домой 4 рубля. А Вячеслав, он был довольно чистый, как он считает. Считал тогда, вернее. Он мне говорил, что получать деньги за искусство – это не этично, это не духовно. Ну, я думаю, ладно, а как же завтра на хлеб нету опять? У меня была политика не то, чтобы вредить этому закону, что можно подработать, если Да, хочешь, да. от общества знания, например, или в школе какой-нибудь на выпускном вечере. Там тебе дадут 4 рубля, еще 20 копеек положат. Так что я была более, наверное, на мужчину похожа. Я за семью просто так старалась. А он нет. Он не такой был. Он был человек нежный. Он человек был, как вам сказать, хороший. Это правда, что вы у него были первая, и он у вас тоже первый? Это да. Это Вот правда. время интересное было, Да, да? интересное было время. Он был первый у меня мужчина. Я у него тоже была первая. А все равно, вы знаете, бывает, что и четвертая. А такая сковывается хорошая семья. Вот сейчас я замечаю. А у нас так все по правилам, все хорошо. А вот мы были не созданы друг для друга. У нас не получилось. И не виноваты мы оба ни в чем были. А вот мы друг другу были как неподходящие. Ну, Викторовна, скажите, Тихонов был очень красивый мужчина, по нему сохло все население Советского Союза. А Да. вы ревновали его или нет? Нет, я его не ревновала. И он меня не ревновал. Мы не давали друг другу повода. Мы думали, мы тогда молоденькие были, ну что по 18 лет. Мы думали, что раз уже замуж вышла, то То веди все. себя хорошо. Да и так, честно говоря, мы не были такими стремительными, прямо ночными бдениями. Ничего, это как нагрузка не нужна. Мы тогда еще были недоразвитыми. Но вы недавно сказали в одном из интервью, сейчас вижу Тихонова на экране, сердце останавливается. Почему? Набрехали. Те, кто писали, набрехали. Я такого не Не говорили говорила. так. Нет. Видите его на экране, никаких эмоций не возникает. Нет, почему? Мы с ним в хороших отношениях. Мы с ним в хороших отношениях. Он женился. У него великолепная дочка родилась. Сейчас вот два близнеца, мальчика. Все. У Ани, да? У Ани, да. А это правда, что вам его жена Тамара звонит иногда? Но она, это не секрет, любит вернусь. И когда она выпьет немножко,
то ей хочется со мной поболтать. А я регулирую. Захотела – поговорила, захотела – не поговорила. Она… Мы с ней в нормальных уличных отношениях таких. Ни родных, ни близкие мы никакие, а просто знакомые. Сегодня у вас день рождения. Тихонов вас поздравил? Нет. А вы ждали, что он поздравит? Я никогда не поздравлял. Что вы? Мы еще когда жили вместе, уже солнце садится, уже день кончился, я уже стелю постель, а он до сих пор не поздравил, уже целый день рождения у меня. А почему? А он такой вот был, знаете, как это бывает, что второй человек менее важен. Важен – это я. И я, слезы у меня кап-кап на постель, думаю, и сегодня не поздравил с днем рождения. Это правда, что его любила ваша мама, и вы не могли разводиться с Тихоновым? Мама любила не его. Мама жизнь прожила. Мама перемножила. Она опытная была, колхозница, умная. Это быть умным не обязательно университет окончать. Конечно. Она умная была, и она понимала, что между нами. И однажды, уезжая туда, под Ейск, она когда приезжала ко мне проведать в Москву, сказала: «Нонка, не бросай Славку, бросишь Славку, одна будешь жизнь доживать». Думаю, откуда она взяла, что я его должна бросить? Она что-то такое заметила, а потом все-таки бросила я его, а не он меня. После того, как мама умерла, как да? Как мама умерла. Одним из ваших мужей после Вячеслава Тихонова был Борис Андроникашвили, который перед этим был женат на Людмиле Гурченко. Да. Потрясающей красоты, судя по всему, мужчина. И Людмила Марковна сказала мне, что такого мужчины… Вообще трудно такого мужчину встретить. Красивый, трудно. Умный, обаятельный. Трудно. Действительно, он сын пильника Бориса. Да, да. Такой сократовский мужчина, пильняк. По его книге мы снимали картину «Комиссар». Кое-что читала о его казацких делах. Как он наблюдал, записывал, это очень страшные дела. Вот, и фотографии его видела. И у них была любовь. Но что-то не состоялось. Что-то все-таки, сколько бы ни было важных интервью, все-таки не все можно выносить на обозрение. Я знаю причину, почему они разошлись тяжело. Оба плакали. Но я не скажу ее, эту причину, потому что она не моя. Не мой секрет. Это секрет другой семьи. Меня раздражает, когда начинает… Например, какая-то актриса показывать, как я сейчас приду, рубашку надену и начну соленую рыбу есть, и прямо будет капать так жир, а я буду языком подвизывать. Но не было этого, не было этого никогда. Кто ей дал право такое говорить обо мне? Это нехорошо, но я ее пощажу, я сейчас не скажу. И не назову фамилию, да? Не назову. Она будет названа в книге. И то не под своей фамилией. Нонна Викторовна, насколько я знаю, вас очень любил Шукшин и даже сделал вам предложение. И вы тоже были к нему неравнодушны. Почему не сложилось? Вы знаете… Во мне долго-долго сидела вот эта… Христианская, женская,
понимание супружества. То есть честность, преданность, муж. Один. Один. И все. И все. И тебя ему ни разу не изменило даже. Тихонову. Да, Тихонову. Хотя он и был вот так уже. Я уже не хотела ничего. Вот сейчас женщины сидят и слушают и думают, ну как это такой Тихонов мог быть вот так? Ну, кому что нравится. Да. Вот Васька Бушукшин, я бы полетела бы за ним. Но мы были со Славой Тихоновым расписаны. Были мы муж и жена. У нас мальчик в школу пошел. И когда мы стали сниматься в картине «Простая история», Вася был холостой. И он мне предложил. Говорит, ты ни с кем не живешь, только со мной. Мы созданы друг для друга. Он так говорил. Хотя я понимала, почему мы так понимаем друг друга на съемочной площадке. Почему мы так быстро цепляем эту цепь общения актера с актрисой. Я все это понимала. Почему? Потому что... Происхождение одно, правда? Происхождение одно. От одной фразы вы говорите. Нет, происхождение и он из села, и вы из села. Да, и, да, не только. Общий быт. Общий быт. Не только. Это очень мало. Это очень мало. Это мало. Тут тебе и литература, тут тебе и рассказы, как он будет писать Степана Разина. И тут, как мы ходили по полям и лесам, рассуждали, и как я была против, чтобы он писал Степана Разина. Потому что я не верила, что не писатель может написать книгу. Не писатель не может книгу написать. А теперь сама написала. Ой. И отказали Шукшину? Нет, он написал. Нет, вы отказали выйти замуж за него. А как же мне не отказать, когда я была замужем? Жалели об этом? Жалела. Сильно жалели? Сильно. Он плакал? Вася не из плакливых. Вася зубами скрипеть. Скрипел? Скрипел зубами. Женился первый раз. Звали ее Лида. Не получилось. Второй раз женился. Тоже Лида звали. Но тут получилось. Они жили хорошо. Когда он умер, вы плакали? Плакала. Плакала, потому что с ним ушла большая любовь между двумя людьми. Вы где-то сказали о Никите Михалкове. Никита – моя любовь. Вы и Никиту Михалкова любили? Вы знаете, как жалко, что не нашли еще способа разъяснять зрителям, что такое любовь одна и любовь другая. Конечно же, ни Никита меня не любил как женщину, ни я его не любили. Но творческая, духовная любовь. Вот что у нас было с Никитой Михалковым. Он иногда заканчивал съемку, не мог вести. Он задумывался, он только мог сказать, как ты могла это сказать? Вот скажи мне, откуда у тебя родилась такая фраза? А я не поняла, что это плохо или хорошо. Да, говорю, родилась. Это одна любовь, а другая любовь к жене. Это другая совсем любовь. Это правда, что вы однажды ударили его по лицу? Кого? Михалкова. Нет, в грудь. За что? Да, вы знаете, он очень хорошо командует съемкой. Он такой Жуковский. О, любая толпа, он на кранах где-то там ходит, командует, кричит,
все его слушают, все получается. А у меня, вроде получается. Но вдруг получилось однажды не так. И он решил перед всей группой. И сотни людей на вокзале съемка была. Он сидел на кране с камерой, а я шла с кошелками, уезжающая. Это родня фильм, родня, да? Родня, картина родня. И вот я никак не могу, что я ему сделала не так. Никак не могла разобрать. А он, не постесняясь, давай, этого я не постесняюсь, он не смог найти нужные слова. Нужные слова для того, чтобы я так ответила. А мне так не отвечается. Мне так это не по-моему. Не по-моему. И он оскорбил вас? Он, как сказать, унизил. Он уже и так, а целый вокзал народу. И он, я там внизу, маленькая такая, там не видно меня, а он на кране, да еще в такой... Микрофон. Матюгальник. Да весь в иностранном шмутье. Такие запахи от него исходят, французские. И все это такое. И такие слова, он говорит, умные. Он талантливый человек. И не получается. Я поняла, что я уже как могла, так сказала. Теперь пускай хоть зарежет, больше ничего не могу. И наконец-таки... Я говорю, ну и что, вот вы сейчас... Повторили за мной, что вы нового? Так и должна бы, говорит, все, хватит, поехала домой. Подумаешь, страшная какая фраза. Так у него как палец за палец зашел или что? Кольцо за кольцо. Он уже психанул. А я решила отказываться от картины. По закону этого у нас можно делать. Ого. И я прямо... Вагончик стоял такой. Вместо комнаты отдыха был у нас в поле. А вагончик. Только ногу я поставила, он свою сверху. Я его отпихнула, он мою руку убрал. Отойди, я говорю. Я уезжаю, я бросаю картину, я уезжаю. Все. Ноночка. Я говорю, не Ноночка, а Нонна Викторовна. А командовать теперь будет сегодня покойный Пашка Лебешев. Оператор. Кинооператор. Угу. Вот через него и разговаривайте. Он только хотел так взять меня под руку. Я как схватилась за кулаком, как ударила его сюда. Он хотел что-то руку взять. Я схватила рубашку и посыпались пуговочки. Импортные. Импортные. Да. И в общем, я-то думала, что слава богу, отделалась. На черт она мне сдалась, эта картина. Эти мальчики современные, найду себе какого-нибудь режиссера, деда с бородой. Вот мы будем делать фильмы. Ну вот, в общем, дошла я домой на свой в Днепропетровске, в гостиницу, в свой номер. Когда он стучит, и по лицу льются слезы. Да, что? Ноночка, тихо, я говорю, замолчи. Ноночка, мы с тобой расстались, я с тобой согласен. Мы не нашли друг друга сегодня. Ну дай мне высказаться, дай высказаться. Сущила плачет. Этого вы выдержать не могли уже. Жалко. Жалко. Я подошла, его за шею взяла. Говорю, ну ладно, хватит.
Уже на работе всего бывает. Остаюсь. Остаюсь. И он говорит, да, пойдем сейчас. Там бутылка на столе стояла с коньяком, недопитая. Он эту бутылку берет и говорит, пойдем по номерам в гостинице. По номерам и всем сообщим, что мы примирились. Примирились мы с тобой. Я говорю, да. И пошли. Я где-то читал, что вы сказали, что ваша слабость Владимир Машков. И если бы вы были помоложе, то все могло бы быть. Это так? Это так. Нравится? Нравится. Нравился. Когда снимались. В картине «Мама». Вы говорили, что мужчины вокруг вас кружились, крутились вы всегда. Вы знаете что? Да? Я не представляю себе жизни без того, чтобы женское существо не питало энергией для жизни в мужском существе, в любой форме. У нас с Машковым ничего не было и не будет никогда. Но в тот момент, когда мы снимали «Мама», это была подпитка такая моя. Давал энергию, да? Подпитка такая. И все. А не дай бы Бог, если бы он предложил бы мне там это что-нибудь пройтись или там выпить, или да Боже сохрани. Я знаю себе возраст и знаю все, но любоваться я могу красивым мужчиной. Вы как-то сказали, что мужчины всегда крутились вокруг вас на 10, 15, 20 лет моложе, но были какие-то все неудачные. Это так? Удачные или неудачные пропорционально одинаково. Что среди возрастных, что среди мальчиковых. Просто были у меня вот, черт его знает, мне как-то... Влюблялись мальчишки лет на 18, моложе меня. Я на это не реагировала. Вы часто влюблялись? Да нет. Много уходило на одного пациента. Много лет. Вы где-то сказали тоже, я читал, что мужчины иногда вас били, и Тихонов тоже ударил. Это так? И Тихонов ударил. За что? Ой, я не могу вспомнить. Честное слово, не могу вспомнить. А за что мужики били? Зарядовали. Ко мне тянулись не почему-нибудь. Подумали, красавица какая нашлась. Ну, красавица. Сэй, что вы говорите? О, конечно, красавица. В Москве так не считается. А что Москва? А тянулись общение. Ведь самое драгоценное. Колорит. Жизнь – это общение. И вот куда бы я ни попала, на какую картину, все время возле меня народ. Но они же расчертевают. Все время я должна рассказывать, я должна петь. Иначе я не представляю себе своего существования. Почему били? Да. Потому что без объяснения пароход отчаливал в моем лице. Я как-то, как хороший математик, достаточно... краткого общения, как уже внутри начинаю зевать, и пошла свободная. Били жестоко или нет? Да нет. Нет, не так такого. Ногами не били, но по щеке давали. Вы обижались на них за это? Или понимали, что... Я... вычеркивала эту страницу, ее не было. Просто вычеркивала и человека это, и эту ситуацию, и никого не обвиняла, ни на кого ни жалобы никогда не писала. Обходилась сама.
У вас с Вячеславом Тихоновым был прекрасный, талантливый сын Володя, который трагически погиб. Он был женат на Наталье Варлей. Вы очень долго с ней не общались. Почему? С кем? С Натальей Варлей. Больно. Больно даже нюхать ее голову, одежду. Тяжело. Я очень тяжело потеряла сына своего. Ее вина в этом была какая-то, на ваш Никакой. взгляд? Это не она, это Москва. С внуком вы тоже долго не общались. Сейчас общаетесь? Да сегодня он был здесь. А на что я ему? Он растет без меня. У него уже любимые дела всякие. Сейчас на последнем курсе, а потом выбирать профессию. Я ему всем сегодня там посоветовала кое-что. Он вами гордится? Он гордится отцом Тихонова. А меня он не видит почти. Когда снимался фильм «Тихий Дон» и ролик «Синий», по всем канонам должны были играть вы, казачка, которая с кровью впитала все это, с генами. Сыграла, тем не менее, Элина Быстрицкая. И, насколько я слышал, при встрече вы сказали: «У, проклятая, все-таки сыграла». И хотели даже покончить с собой, что не получилось у вас. Да нет, я бы с собой не кончала. Жизнь такое дорогое дело, что я жизни кончать никогда не буду. Почему вы не Даже сыграли? Даже если Быстрицкая будет сниматься вместо меня. Почему вы не сыграли эту роль? Потому что Сергей Блинарич был... Ведь вы его ученица, вы играли у него в «Молодой гвардии», казалось бы. Влюблен в меня. Все, вплоть до того, что приезжал на Кубань туда. И все колхозники удивлялись, почему лысая голова между кукурузными листьями идет. И приехал маме, а мам, ну, с мамой поговорить. Но я его не любила совсем, а он ухаживал по старинному обычаю. Мама сказала: не-не-не, пускай она сама как что хочет, то и делает. А я и села, взяла и бросила его. Зная, что он для меня запустился в картине «Тихий Дон», что я буду играть Аксинью. Знали это? Знала, чтобы я не сошла с этого места. И бросили? И бросила. Не подошел мне этот материал, беседчик или там, что повернулась и пошла. Да другая бы зубами вырвала бы кишки с этого человека, но стала бы Аксиньей в «Тихом Доне». А для меня как занавес упал вниз. Все. И он специально снял Быстрицкую? Он был... ему некуда было деваться. Быстрицкая была хороша в костюме в этом казацком. Она красивая. Она правильно сыграла? Она плохо сыграла. Плохо? Не подошла. Это не казачка? Не, абсолютно никакая. Ну, Бог с ними уже, пускай. Так он отомстил. Разве можно таким макаром мстить? Вы жалели потом, что не сыграли Аксинью? Я жалела очень. А вот вы сейчас говорите себе: дура ты, дура, надо было согласиться с ним и сыграть лучше Аксинью. Нет. Нет? Нет, это все равно, что сказать: эх, родила бы я девочку, не была бы это, не было бы этой истории. О чем думать? О воздухе? Да. Ни ноль. Фильм «Комиссар», в котором вы так блистательно сыграли, много-много лет пролежал на полке. Сердце ныло, что его не видит. За это не берусь. Это очень тяжкое, описанное мною в книге. Прочитаете, уже сегодня звонил издатель. Все о комиссаре, о всех несыгранных и сыгранных ролях. И у меня сейчас не хватит того пару
Да. Чтобы так рассказать, как я на бумаге написала. Я сейчас только что сдала книгу. Англичане включили вас в десятку самых великих актрис 20 века. Скажите, вы в душе, вот по большому счету, понимаете, что вы великая актриса? Я, во-первых, я, как вам сказать, немножко глухое на одно ухо. Я не понимаю, что такое великое. Даю честное слово, памятью сына клянусь. Не понимаю, что это такое великая актриса. Не знаю, ко мне это не относится, а где кто? А Чаплин, еще величей. Куда? Не нахожу ответа. На это не могу ответить. Я хочу сказать, что я хорошая актриса, трудолюбивая, знающая жизнь. Умная. Ну, умная. Красивая. А куда деваться? Благодарю вас. А куда деваться? Ну, так, чтобы сказать «великая», это слово для меня неуловимо. После гибели сына вы уехали с квартиры, где жили, и долгое время жили в однокомнатной панельке. Да. А здесь вот мы у вас в гостях, здесь небогатая, но трехкомнатная все-таки квартира все-таки в Крылатском. Трехкомнатная. Благодаря чему это получилось? Это Черномырдин дал. Он узнал, что вы живете в однокомнатной квартире. Да. Нонна Викторовна, скажите, как вы считаете, жизнь удалась по большому счету? Оглядываясь назад. Я считаю, что не может жизнь удастся полностью. Вот сегодня был у нас в гостях из «Комсомольской правды» с женой. Они равные по силе редактора. Интереснейшие люди, у них роскошные дети. Знают по два языка, с юмором. Я люблю таких, я не люблю таких правильных, таких все хороших. Не в этом дело. А когда внутри что-то булькает, то рассмеется, то не рассмеется. То накажет, то не накажет, чтобы жизнь была. И есть такие семьи, но редко. К сожалению. Вы знаете, я благодарен вам за эту беседу. Да. Мы, когда готовились к съемке, я слышал, как за праздничным столом вы со своими братьями и сестрами пели украинские народные песни. Да. И сейчас на вас смотрит вся Украина, люди, которые вас очень любят. И если вы в заключение споете для них какую-нибудь украинскую песню экспромтом, я думаю, что люди будут счастливы. Ой, а какую ж мне вспомнить? Я же уже слова позабывала, и язык другой. Як до мене яків приходив, коробочку раків приносив, а я ті раки забрала, і якого з хати прогнала. Іди, іди, якого з хати, бо на печі батько та мати. На притічки Насті не діти, ні де тебе Якове діти. Нонна Вікторовна, з днем рождения, довгих вам лет. Спасибо, що ви є. Пожалуйста. Шановні друзі, сьогодні у нас в гостях була народна артистка Радянського Союзу Нонна Мордюкова.